Мое почтение, дамы и господа, меня зовут Анатолий, вы на канале Смирнов с ПК. И сегодня мы с вами продолжаем метро Last Light. Короче, ребят, расскажу такую тему, это пизда. Я, короче, купил Яндекс рекламу. Да, нихуя себе. Заплатил за это 2,5 тысячи, нахуй. И в итоге, как думаете, сколько пришло подписчиков? 0. Вот такой, бублик, блядь. Я уже рассказывал, у меня есть шортс, это пизда. Я так охуел, если честно говоря. Ну, короче, ладно, расстраиваться не будем. Придут подписчики сами к нам. Мы же такие все красивые, мы же такие все молодцы. Мы же такие все играем. И поехали поиграем. Поехали, поиграем. Мы идем в полис. Вместе. И будь что будет. Малыш не захотел уходить. Что-то держит его рядом. Пока не могу понять, что. 2000, блядь, с половиной. Впрочем, я этому обстоятельству рад. Он помогает мне. Да, а мне нет. Мне Яндекс не помог. Ну и ладно. Ну и хуй с ним. Так, мы, значит, остановились на том, что мы спустились куда-то в прошлой серии. И давайте посмотрим, куда. А, никуда нахуй. Мы не спустились. Черный только что был здесь и уже исчез. Так, а здесь у нас что? Так, надо чуть подубавить звук. Ебать ветер, ебать ветер. Протри противогаз. Так, потрошки, потрошки это хорошо, потрошки это заебись. Потрошки и скелет, хорошо. Идем дальше. А, дождь на улице, заебись. Внезапно. Так, сюда нельзя. А вообще куда нам? Там кто-то есть. Где? Отсюда трудно видеть. Где? Где кто есть-то? А, блядь, это ты сидишь. А где кто есть-то? Там люди. А, боятся, там, что на них нападут. В ангаре? Не злые? Не злые, значит, мы их убивать не будем. Или будем. Кто такой? А, блядь. Все гаразд, мужики. Приберіть стволы. Це ж рейнджер з полісу. То ти на кільце зібрався? Тоді поспішай. Там якась метушня, навіть нас пропускати не хотіли. Чого, блядь? Непонятно. Можеш поторгувати з хлопцями. У нас перекур ще хвилин на 10. Поторгувати я люблю, поторгувати я вмію. Ніхуя ти, блядь. Погодка зашибісь просто. Погодка заебісь, да і ти теж ніхуйовий. Раніше таких ураганів не було. А да, блядь. Погода начала. Погода як взбесилась. Я и сам вышел, я охуел там. А год назад-то помнишь? Все во льду. Бррр. Да, мы проходили уже первую часть. Ураганы, но потеплее. Да, ураганы потеплее. Да. Тю, ледь не забыл. Уэдстон. Мельника, я побач, и Таня, Мельника я знаю, да. Тебе патрон поменяй. Давай патрон поменяй мне патрон. Нет, а у меня есть патрон, заебись. Набрал, да? Откуда нахуй? Так, ладно, есть, короче, что? Надо. Места нет совсем, слушай. Надо все купить. Нет, Кацо, класть куда будешь, слушай. Куда-нибудь покладу. Кацо, выбирай, что хочешь. Понятно. А вот оружие, оружие что вообще есть? Слушай, это что, блядь? Что мощнейшая из произведившихся внутри винтовок способна выдержать даже пули из-за укрытия. Не, давай. Не хватает у тебя денег. А, 230 рублей, нихуя себе. Сейчас. А пока мы уже. Мы уже не раздобудем 230 Эх, рублей. Места нет совсем, слушай. Не, мы не раздобудем. Приходи, дорогой. Даже если мы все продадим, мы уже денег от таких не раздобудем, правильно? Нож есть, решки дай. Хорошо, слушай. Нет, таких денег мы не раздобудем. Дай хуй с ним, значит, слушай, так. Дорогой, да все, отстань. Приходи. Так, нам, наверное, наверх. Да, пойдем. Короче, а ты кто? Ничего не скажешь? Слышал про Октябрьскую, чего рассказывают? Чего рассказывают? Эпидемия там какая-то, чума, дела. Одна станция. Блять, дождь стучит, пиздец. Одна станция чего? У фашистов тоже рассказывают дело было. Двое пленных удрали, разнесли им целую станцию. Чуть самого фюрера не положили. Такое ощущение, что вот этот отрывок озвучивали левые люди вообще. Спокойно. Потому кстати, что как-то. Рейнджеры не чудили. Их там с десяток было. Разгромили бар, из борделя только пух летит, бандюки раны зализывают. Оторвались как надо.
Так а я там был, это я там оторвался. Я там оторвался нормально. Я там всех расстрелял, нахуй. Но правда в серию это не... Так, мужики тоже пошли. Хорошо. Мужики пошли, значит и мы пойдем. Впереди люди. Ждут нас. Хотят убить. Не знают, что мы уже здесь. Входы, выходы, люки, вентиляцию. Чтобы через 15 минут знали, как свои 5 пальцев. Задача ясна? Так точно, товарищ лейтенант. Выполняйте. Угу. И тут нету. Чисто. Угу. Тревога! Тревога! Ах ты пёс, блядь, заметил. Ну-ка, в плен не брать! Да нахуй мне еще нужен ваш плен, блядь. Вы хотите меня убить, мне черный сказал. Ах ты, блядь. Подожди, а как переключить патроны? Два раза на R, я помню, все. Они хотят меня убить, блядь. Я хуй дамся. Блядь, да откуда вы там нахуй шмаляете? Ебать, бронированный. Да ебать ты бронированный в натуре, пиздец. Вот этот нормально быстро умер. Вот этот тоже быстро умер. Ну-ка, в плен не брать! А вот этот не хочет. Хорошо. А, неожиданно, да? Ебать вы бронированные, сука. Так, у них пиздатый противогаз, что ли? Или нет? Или такой же? Так, этот подох. Заебись. А здесь записки-то нет? Да вроде нет. Да и хуй с ним, пойдем. Это были кто? Это были красные, да, я так понимаю? Ну да, скорее всего. Но нам на них похуй. Мы убиваем всех, потому что они все козели. А чё нам противогаз-то предлагают заменить? У нас вроде нормальный противогаз. Так, это какая-то хуйня. Почему-то мышка перестала резкость. Я видел такое у тебя. Полезное. Теперь понимаю, для чего. Принесу еще. Ой, а там эта книжка, дай. А как взять? Я здесь. Я могу помогать. Давай. Силы одного не всегда достаточно. Помогай. А, во. Ты что-то отодвинул? Кулагин! Ты с Минкиным, пройди по маршруту. Может, еще караван нагонит. Клевицкий остается со мной. Есть, товарищ лейтенант! Есть! Ух ты, блядь. Так, тихо. Не знаю, что я скажу Мельнику, приказавшему мне убить Черного. Не знаю, что подумает Черный, когда встретится с Мельником. Что он вообще думает о нас? Когда я представляю, через что ему пришлось пройти, всего за несколько дней, его должны были казнить, как урода-мутанта. И его спасла только человеческая жадность. Его должны были выдрессировать, как лагерную овчарку, чтобы он охранял тюремных узников и гнал на штыки новобранцев. Но и эта участь миновала его только потому, что его запихнули в цирк уродов. Публике на потеху. Но потом вывезли как собственность со станции, на которой одни люди решили поставить жуткий эксперимент над другими. А, боже, что если он действительно ангел? Да хуй знает, не знаю. Дайте кого-нибудь убью, блядь. О, черный ныкается, блядь. К бою! У нас гости! Твою дивизию! Откуда? Да хрен его знает! Осторожно! Видишь его? Зубья! Ах ты, блядь, пёс. Ах вы, блядь, два пса. А тебе? Блядь, нихуя прошибает. Пёс, блядь, бронированный. Ой, блядь. Да ебать я в рот, блядь. Сука, даже абзац не прошибает его, блядь.
Вот этот летел нормально. Ой, бля. Надо было по стелсу, бля, это похуй. Да какой нахуй стелс? Пошли они нахуй, псы ебаные, блядь. Они со мной никакого стелса не хотят, блядь. Значит, и мы с ними никакого стелса не будем. Что-то я слышал, по-моему, рацию где-то. Ты чё там встал, как шиш на блюде? А ну скрылся, бестолочь! Есть! Что есть? Мне что, вас всех за ручку везде водить? Опять люди. Знают о нас. Очень красные. Очень хотят убить. Тварью! Рейнджера в расход, тварь взять! Ты смотри, не забыл! А где же тогда твоя скрытность? Или ты думаешь, что этот рейнджер, как тебя увидит, сразу в объятия бросится? Ну я... Никаких «ну» и никаких больше косяков! А то тремя нарядами больше не отделаешься! Понял? Так точно! Есть три наряда вне очереди! Так, возьмем пистолетик. Эй! Хрис, Ваня, что такое? Да, хуй знает. Ваших убивают, ну. Блять, сука, не попал ни разу, что ли. Блять, я не прошибаю, что ли? Я не могу понять. Или этот АПК, блять, настолько слабый, но... Или нет, блядь? Ну да, даже в голову не особо пролетает, кстати, с этого РПК. Я, правда, в голову не попадаю нихуя. Ну, блядь, есть моменты, где я попадаю. Так, надо поменять противогаз. Вот он сидит, блядь, сейчас. Во, в голову нормально прилетело сейчас. Наугад шмаляют, сука. Они меня потому что не могут видеть никак. Я тут... Вот и все. Ну да, они, короче, хуячат наугад, я так понимаю. Потому что они хуячат в мою сторону, но они не знают, где я нахожусь. Так, а здесь фильтр-то нельзя поснимать? А, где-то рация, звук рации был. Чего? Я только что слышал рацию, но опять же я не могу понять, где она. Так, вот противогаз попиздать ей моего, наверное. Да. Хорошо. Ладно, хуй с ним, пойдем отсюда. Черный уже, наверное, съебался. А, нет, нихуя, нам не сюда. А куда? Опа. Что-то можно взять. Заебись. Так, нам вот сюда. А, как туда попасть? А, вот здесь. Хорошо. А, вот приемник, который пытается пиздеть. По-моему, там кого-то слышно. Кто-то пытается выйти нас. Или это они просто ихние люди между собой разговаривают. То есть ихние отряды. Я не знаю. Да я и не понимаю, если честно. Очень красные, очень хотят убить. Здесь тоже они. Черно-красные. Боятся тебя. И все равно хотят убить.
Хотят убить, значит, мы их убьем первые. У нас гости. Наугад шмаляют. Меня не видно, они наугад курят. Вон, видишь, они даже не знают, куда они стреляют, блядь. Сами причем. Просто хуячат наугад, короче. Ну, молодцы. Но только им это толку не даст никакого. Вот сидит пес. Можно взять пока револьверчик. Наших бьет! Ваших так и будут бить, пока вы не поймете, где я нахожусь. А вы не поймете, где я нахожусь. Короче, когда они меня видят, я уже с одного патрона не пробиваю никуда. Но как только они меня перестают видеть, я пробиваю с одного патрона. Короче, типа как по стелсу, они отлетают с одного патрона. А как по... Просто по шутеру, они с одного патрона нихуя не отлетают. Вот, блядь, сука, спалился. Спалился. А теперь опять потеряли. Вот, видишь, с одного патрона отлетел. Потому что он меня не видел. Ну давай, пес. Вот, а, блядь. Тебе заебись. Вот и все, хедшот. Вот этот хедшот был красивый. Ладно, ничего не буду говорить. Хедшот был сочный. Так, ну-ка, что у тебя есть? Бля, у них всех этих. У них у всех эти стволы. Да где ты, блядь, пес? Все. У них у всех эти, блядь, типа, как они называются-то, винторезы, не винторезы? Нет, вот еще у них типа сайга. Это в натуре сайга, я понять не могу. Да, это сайга. А нахуя ты повыкинул мой коллаж, блядь? Ты что, дурак? Да, у них реально сайга. Прикольно. Так, ну патроны мы собирать не будем, блядь. Там хули с них толку патроны собирать. Они с них падают мало очень. Ты его знаешь. И он тебя... Я его знаю, и он меня? Кто кого? Ага. Это кто, блядь? А, Лесницкий, ебать его. Лесницкого надо убить. Пошел он нахуй. Здорово, Лесничок! Как все, спокойно? Да, порядок. Чего нас тут вообще поставили? Ну да ладно! Пост сдал! Что-то видно важное. Пост принял, бывай. Всем приятного аппетита, ребят, кто пьет, кто кушает. Лесницкий. Теперь, товарищ Морозов, надо организовать испытание вируса. У вас, кажется, были подходящие... Псы ебаные, блядь. Деловые партнеры. Короче, я знаю, что можно их не убивать, и тебе за это дают плюсик в карму. Но я их нахуй обоих убью, гондонов ебаных. Да, Числав Андреевич, бандиты с Венеции считают меня контрабандистом, и если им заплатить... Избавьте от подробностей, дайте мне результат. Товарищ Лесницкий, задание ясно? Так точно, товарищ генерал! Потому что, ну, они, блядь, по сути, нахуй, гондоны, получается, по факту. Ты предал орден и думал, это сойдет тебе с рук? Это мы еще посмотрим. У меня есть неплохой козырь. Ты? Ну вот, видите, блядь, то есть он мразь.
Он бабу, блядь, бьет, нахуй. Приступайте. А вот Красную площадь, Павел, бери на себя ты. Сам понимаешь, кроме тебя больше никому доверить не могу. Не подведу, товарищ генерал. Очень интересно. Блядь, воинское приветствие, блядь, не отдается без, устал. Без шапки, блядь, без головного убора, точнее. Пес, блядь, сутулый, сука. Так, убить, давай, как убить? Я убью. Конечно, убить, как? М убить. М. М. Да, он был очень вредный, опасный. Начинаю понимать, зачем вы убиваете. Да он не, блядь, он пес просто сутулый, ебаный. Использовать вход на Красной площади. Хорошо. Это получается нам куда? Это получается нам сюда. Хорошо. Вход на Красной площади. Так, тут ничего? Тут тоже ничего. Хорошо. Погнали на Красную площадь, значит. А мы не отсюда ли пришли-то, блядь? Нет, мы не отсюда пришли. Так, нам куда-то туда. А, все, загрузка. Заебись. Кто посеял ветер, пожнет бурю. Черный открыл для меня мысли Лесницкого. Я знаю то, что знает он. Война уже бушует в них. Семена, которые посеял Корбут, взошли. В полисе созывают мирную конференцию. Смешно и глупо. Война уже началась и не прекратится, пока в метро останется хоть кто-то живой. Все, кто пытается остановить ее... Пытаются остановить ураган руками. Я должен добраться до полиса, разоблачить лжецов и встретить бурю. Блять, неужели Мельник нахуй не видит, что реально начинается какая-то хуета, блять? Неужели он настолько глупый и слепой, блять? Или он нахуй не вылазит вообще из своего, блять? Здесь бункера? Тени. Много. Не видят меня, не слышат. Живут и не живут. Очень странно. Бывшее население города. Дети, ребенки, блядь, дети, люди. Вот, тебе пригодится. Давай. О, фильтр, спасибо. Я догоню. Хорошо. Так, растяжка. Хорошо. Запись. Повторяю, немедленно уходите, иначе смерть! Теперь я все понял. Мы это заслужили. Я это заслужил. Вы слышите, блядь? Что мы сделали с нашим миром? Не ищите меня. Спасайте сами. Вот эти, блядь, топот каблуков, отпирание дверей ключами, блядь. Какая-то хуета. И это все наверху, а наверх не попасть. А, попасть. Ну подожди, мы еще низ не осмотрели. Здесь вот валяется труп. Хорошо. Ну ничего хорошего на самом деле. Но... Бля, они везде валя... Ебать, стрёмное место. Так, а здесь что? Сигнализация. Хорошо. Так, а что на втором этаже? Там кто-то топал, отпирал двери. А, все, нам дальше нельзя. Хорошо, пойдем на улицу тогда. Тени. Бля, мы в те квартиры не зашли, в том доме, да? Ладно. Или это вот здесь было? Так, маска противогазов, схрон, дверь не открывается, хорошо. Так, нам, наверное, куда-то сюда. Бля, вот здесь опять, видите, топает, кто-то открывает двери, блядь.
Так, нам сюда. Ванна. Все, ничего нет, пойдем. Если игра... Охуеть, красная скатерть, ебануться. Так, нам опять идти поверху. Здравствуй снова, Москва. А, здравствуй снова, Москва. Город-склеп. Город, павший герой. Город, от которого отлетела душа. Для меня он больше не родной. Мой родной город остался в прошлом. Но он родной для маленького черного. Как странно. Как странно. Ладно. Как странно. Фильтр, блядь, везде валяются фильтры. Хорошо. Так, заменить фильтр. А, ну этот флешбэк мы уже видели, кстати. На десятке сидят, на разбитой, блядь. Ты видел? Маленький человек здесь. Ищет другого человека. Не такого, как ты. Женщину? Да, женщину. Маму. Возможно, это отсылка к Артему. Так, а тут, по-моему, сквозь лужу, блядь, видать нахуй то, что внизу происходит. Как много вы сделали этих штук? Опять нашел. Как их? А, патронов, спасибо. Я буду рядом. Хорошо, я пошел в подвал. Где-то плачет ребенок. Где-то плачет... Ебать! Ой, блядь. Заебало, я чуть не испугался. Ну, я испугался, на самом деле. Но это хуйня. Так, кто-то нарисовал чувака в противогазе. Блядь, вот это скримеры, блядь, в метро, нахуй. Я вообще не ожидаю их увидеть никогда ни разу. Но они, оказывается, здесь есть. Так, вот еще какой-то закоуток. Закоулок. А в нем нихуя нет. Хорошо. Так, это выход опять на поверхность. Там, по-моему, летает горгулья, да? Ага. А, блядь, пес ебаный живет. О, блядь. А кто меня ударил-то? Кто-то меня ударил. А вот новый. Кто-то ударил, разбил противогаз, и я сразу же нашел новый. Хорошо. Так, а мне бы автоматик взять, да. Ладно, хуй с ним, пойдемте наверх. Бля, там вон ребенок стоял. Опять ребенок стоял. Хорошо, значит, глюки здесь вполне разумные вещи. Хорошо. Странно. Глазами видно плохо. Тени видно лучше. Глазами видно плохо. Возможно, потому что... Блядь, где-то тут эта хуйня рычит. Это что? Это какие-то текстурки. О, блядь! Ебать, Артём! Тебя приглючило, что ли? Впереди звери. Не знают о нас. Не видят. Голодные. Хотят кушать. Но мы тоже, блядь, хотим жить. А, вот они, блядь, псы. Псы, блядь. Я, конечно, все понимаю, но извините. Ах ты, блядь, пес. Я говорю, я все понимаю, но вы извините, пацаны. Мы тоже хотим жить, а вот, кстати, трупец. Одного из таких. Так, там проход, что? Там прохода нет. А здесь что? О, здесь фильтр. Здесь фильтр, и мы как раз таки его заменим. Все, ладно, пойдем, хуй с ним. Куда только идти? А, вот сюда, наверное, да? Да. Все, погнали. Так, там под лестницей ничего, ничего. Гром гремит, земля трясется. Все, заебись. Поехали. Противогаз. Ой, противогаз, блядь, фильтр. Ой, это люди, они наблюдают за тем, как нападали ракеты. Последняя минута жизни, так сказать, секунды даже. Мою семью. Вот как это называется. Ракеты. Запомню. А откуда ты знаешь? Я ж тебе не говорил. Или это я произнес, а он прочитал мои мысли. Тоже непонятно.
Так, здесь нихуя нет. О, кто-то шмаляет. Кто-то шмаляет. Да иди нахуй, блядь. Пиздец. Немного жизни. Держи. Бля, заебись было бы. А ты где? Погоди, я сейчас подлечусь. Я возьму! Сука! Ну вот черный, нахуя вот ты так поступил, блядь? Я хотел взять, он хуяк выбросил. Говорит, та нахуй, не хочешь, не бери, блядь. Дома вокруг хорошо сохранились, но никаких складов поблизости нет. Попробую осмотреть все внимательней, но по первым прикидкам ничего особенного. Хотя для промежуточной базы место хорошее. Серый, Жора, уходите отсюда. Если услышите это, уходите, немедленно. Я отбегался. Хорошо. Короче... Если кто услышит, но все равно. Живите. Верьте в жизнь. Может тогда... Тогда они поймут, что умерли. И успокоятся. Ой. Прощайте. Короче, этого мужика начали сводить с ума кошмары. Потому что призраки, которые здесь находятся, они не поняли, что они погибли. И они начали ебать мозги вот этому мужику. Блять, а как выйти вообще из этого, блядь, дома, нах? Двери-то не открываются нихуя. Вот, блядь. Пиздец. Так, хорошо, идем потихонечку. Идем потихонечку. Здесь нужно вверх. По... лестнице? Теперь знаю. Да. Давай. Там крылатая. Будь осторожней. Да ну нахуй, блядь. Чуть не поцеловал меня, блядь, крылатый ваш. Ой, тихо. Не падайте, пожалуйста, Артём. Бля, вот так висеть, ты прикинь, на одних руках это ебануться. Ты попробуй просто в экстренной ситуации, блядь, повисни. Ебать, бежать надо, надо бежать. Я успел? Я успел. Все, погнали вниз. Так, дверь в квартире. Опять тень. Ой, жилая квартира. Ой, ребеночек играет. Классно. А там с ней машины ездят, типа, да, грузовики. Он до сих пор не понял, что умер. Думает, что сейчас придет мама. А она не придет. Никогда. И ко мне тоже. Блять, как резко все изменилось за окном, блядь. Потому что мы всех убили. Ну, как бы это дико не звучало, но оно так и есть. Как бы. Человек сам. Да, блядь. Хотел разбежаться, посмотреть, что там есть, но там двери закрыты. Кто, блядь, где-то стучится, такое ощущение, как будто библиотекарь, блядь. Он пытается мне что-то показать? Или это надо включить фонарь? А, надо включить фонарь, это просто резко потемнело. Так, опять тени? Опять нихуя нет. Хорошо. Люди спускаются в метро, начинается эвакуация. Вот мы едем. Покажите лицо матери нашей. Вот, а мать-то наша, лицо-то. Или это не мать? Мать, ты? Мать, это мать, ебать, лицо матери, а он говорил, не помнит. Это не тень, ты сам. Давно, очень давно. Ебать, а он говорил, не помню, лицо матери. А вот и нихуя и вспомнил. Заебися. Блядь, сейчас не хватает. Блядь, фонарь потух. Возьми зажигалку. Фонарь потух, блядь, опять какие-то хоррор ужасы, блядь. Опять какие-то... Ой-ой-ой, возьми противогаз. Фильтр. Блядь, фонарь потух, нахуй. А, вон толпа народу стоит, ебать много. Точнее, тени. Тени, их много, пиздец. Блядь. Хуя реакция, да?
А, это не тени, блядь, это отражение. Бля, ебать, я здесь галюнов наловлю, пацаны. Вы чё, хоть ебанулись, что ли? Надо сваливать, нам. Кто-то пиздит на ухо, блядь. Ебать, стрёмно же. Ты чё? Что это произошло? Загрузка? Отсюда я знаю только одну дорогу в полис. Через Красную площадь. Соединюсь с нашими. Расскажу им все, что знаю. А там уже и до цели рукой подать. Скоро все кончится. И мы на этом с вами сейчас закончим. Значит, ребят, ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал. На мою страницу ВКонтакте. На мой телеграм-канал. Комментируйте обязательно, ставьте лайки. И увидимся с вами в следующей серии. Всем пока.